Здорово, я Дворецков. Уинстон, X-Style. Как вам пачка нравится такая или нихуя? Курение убиваю, но сзади ебаный пародонтоз. Вот такой неприятный забор. Опять Орлане здесь запустили. Но нас с вами это нихуя не интересует, правда ведь? Нас интересует вкус и качество табака. Сзади края прямые, а вот спереди края скошенные. Это, блядь, немного радует. Блядь, какой-то бомж сидит. Слушай, Вася, ты че бомжом-то стал? Дай закурить. Ну на. Пачка проходит у тебя на престиж. Красивая. Блять, бомжу понравилось. Я далеко не бомж, но пачка мне охуительно нравится. Не только она у бомжа проходит на престиж. Эта пачка прошла на престиж, блять, у меня. Потому что она действительно охуительно сделана. И она действительно настолько красивая, что глаз, блять, радует. Я не хочу эти сигареты, блять, нихуя нахваливать, потому что это ебаный, блять, табак GTI. И он меня, блять, бесит. Табак GTI. Он меня на самом деле очень, блять, сильно раздражает. Просто, блять, высаживает. Но я не хочу предвзято относиться к сигаретам, блять, или к чему-либо еще. Лишь потому, что что-то меня из линейки GTI бесит. А точнее все меня из линейки GTI бесит, блять, хуйные табаки. Но Camel Winston делаются из табака GTI. Неужели они столько пачек понахуярили, поналепили, блять, с разными названиями, с разными дизайнами, блять. Сейчас это вот Winston X-Style. И неужели у них у всех одинаковые табаки, блять, и одинаковые, блять, ебаные присадки? Должны же, блять, они чем-то отличаться. А бомж-то был прав. Действительно, пачка не раздражает, сука. Ну, посмотри, как она может, блядь, раздражать. Белая с синим. Очень прикольно. Приятно эту пачку достать где-либо. При девочке, в ресторане. У, блядь, да хуй с ней с этой девочкой, блядь. Самому приятно. Нахуй бабы нужны, блядь. Есть качки, качаются для баб. Нахуя качаешься, блядь? Такие мышцы себе нахуяриваешь, сделаешь, блядь. А я для бабы, чтоб девочкам нравится. Уебан, блядь. Качаться, заниматься своим собственным телом нужно для себя, блядь, мальчики. И вы это знаете, 80% из вас. Так же и здесь. Нужно, чтобы что-то радовало, допустим, пачка сигарет. Именно для себя, блядь, для любимого. А без бабы-то лучше. Все бабки, которые ты мог потратить, блядь, на бабу, ты тратишь их на себя, как я делаю каждый день. Winston.ru. Я на этот сайт не пойду, что мне там делать? Написать, что, ребята, у вас хуевые табаки. Почему бы вам не взять пример сигарет, блядь, Nat Sherman, мои любимые компании? Почему вам такие сигареты, блядь, не делать с таким же табаком? Думаете, после моего звонка на этот телефон сайта Winston.ru они изменят свои табаки и перестанут лепить химию? И на следующий день мы будем покупать сигареты, блядь, с таким же качеством, как у Nat Sherman? Нам хуй покажут. А я не хочу быть выебанным в задний проход. Надо понюхать. Ну, запах обычных сигарет, блядь. Ничем этот запах, блядь, меня не удивил. Во всяком случае, черносливом здесь, блядь. Ну, никак не пахнет. А вот когда я пачку открыл, блядь, я немного прихуел. Я вообще люблю наслаждаться визуально. Я визуальный эстет. И здесь, когда открыл я пачку, я получил, блядь, визуальное наслаждение, блядь. Вот почему так переживаю, что еще не нарядил я елку новогоднюю. Мне нравится елка. И игрушки. Красивые. Но эту пачку можно открыть, повесить на елку. А все потому, что здесь редкая металлизированная бумажка. Она не золотая, блядь, и не серебряная. Она, блядь, темно-синяя. Металлик синий, блядь. Яркий, синий, глубокий металлик. Посмотрите, как охуительно классно. У меня в первый раз чувство, блядь, когда мне хочется эту бумажку взять и, сука, сохранить. Пожалуй, я эту бумагу выну нахуй и сохраню, блядь, куда-нибудь. А, блядь, порвал. Блядь, вообще красота. Она еще с такими каплями сделана, с приятными. Блядь, обидно, блядь, порвался. Хотел бумажку сохранить куда-нибудь, блядь. Просто ее положить, блядь, и налюбоваться. Посмотрите, как охуенно, сука, поебал всю пачку, блядь. Здесь, блядь, они нас имеют, блядь. Технология ЛСС. От Мэвиус, блядь. Так слово это раздражает, блядь, Мэвиус. Какая, блядь, нахуй нам это знать нужно? Что здесь, блядь? Какая нахуй Мэвиус, блядь? Сигарету, если я достал обычный фильтр-манштук с дыркой, тип парламента, блядь. А если открыть, блядь, фильтр, то здесь половина стекловата обычная, а половина стекловата с краплением угольного фильтра. И все. Путь им, Мэвиус. Ну, дурака, блядь, опять рассчитано, блядь. Созданных в Японии. А это что, сигареты из Японии? Да, блядь, из Японии, нахуй. С российской акцизной маркой, блядь. Пацаны, я поебашил на балкон, блядь, пробовать этот табак, качество этого табака, блядь. И я вам скажу, действительно охуенный здесь табак. Или вас и меня хотят опять выебать в жопу.
И Уинстон. Сука, блядь, Черчилль, сука, переворачивается. Винстон Черчилль в гробу, нахуй. Когда я в очередной раз считаю Уинстон, GTI, я срал, блядь, постоянно. И будут ли эти сигареты, блядь, исключение, мы сейчас посмотрим. Ну, пачка охуительная. Маркетологи знают, блядь, свое дело. Они все делают, блядь. Уже даже бумагу сделали, блядь, металлик синий, блядь, яркий, чтобы привлекать долбоебов, блядь. Типа подростков. Я не люблю слово молодежь. Я молодежь. Мне 45. Цена этой пачки, блядь, 111 рублей. И сейчас, сука, я посмотрю, выкинуты эти деньги на помойку на ветер. Заплатили мы только за дизайн, блядь, данной пачки. Или действительно, блядь, что-то в этом табаке есть. Свою охуенную военную куртку одеваю. Я стильный и с баблом. А да, песня есть на моем музыкальном канале, блядь. Ссылка внизу в описании. Шедевры и хиты, блядь. Переходим и слушаем, блядь. Там есть такая песня, блядь. Я такой красивый и с баблом. Оп, набивка плотная, это охуенно радует. Сигарета тоже сделана приятно, в пастельных, блядь, тонах. Химии не пахнет, в рот. О, сука, дырку дыркой нашел, блядь. Фильтр на штука, как в парламенте, блядь. Меня это охуенно радует, блядь. Так, где мои дайверские часы? Дайвер, блядь, военная куртка и дайвер. А, сука, радует, когда смотрю на дайверские часы, блядь, и сигареточка. Блядь, забыл еще, блядь, на правую руку, блядь, капитанский браслетик ебануть. Зажигалочка за 100 концов. А, не, это спиннер. Не, мне ее с говном, блядь, не может быть. Единственный нормальный табак, блядь. Хуйню запихай, ну-ка. Здесь меня ждало удивление. Я охуел и удивился, что всегда Винстон хайл, блядь, серил, нахуй. Но в данный момент я этого сделать не могу, потому что что-то они с этими сигаретами Винстон XTEL сделали. Я пробовал Мевиус, блядь, до этого Винстона, блядь, все были хуёвыми, блядь. Почему-то здесь табак не самый противный, не самый хуёвый. Конечно, это химия, конечно, это полуговно. Но я рекомендую взять и попробовать, потому что что-то в них, блядь, есть. Сигареты где-то эти приятные. Осталось у меня в пачке две штуки, я высосал, блядь, 18 штук. И, о господи, почему-то они меня, блядь, порадовали. Есть что-то в этом табаке, блядь, приятное. В основном табаки GTI противные, блядь, химозные, блядь, пластмассовые, нахуй, синтетические. Здесь, сука, пидорасы, блядь, прочухали. Видимо, мои ролики, блядь, уёбки смотрят, блядь, и сделали, блядь, приятным табак. Он чуть-чуть жареный. А мне нравится вкус жареного табака чуть-чуть. И, сука, вот эту химозу ебаную, блядь, перебивает вот этот вот приятный такой оттенок. Цибары легкие. Хорошо идут, блядь. И, в принципе, я бы взял еще такую одну пачку. Ну, одну. Еще побаловаться. Что редко. Для табаков GTI. Смола 6, никотин 0,5, СО 0,7, блядь. Химозу они, пидорасы, сбалансировали, сделав более-менее приемлемый вкус. Не совсем говно по 10-бальной шкале. На 6 с плюсом. 7 не дам. Я скрупулезен. Сука, дырка. В фильтре на штуке дыра. Ха, нравится мне дыра. Картон с дыркой. Приятный. Как у парламента. Парламент первый стали делать. Сейчас я, сука, откуплю-то, блядь, кобышку, нахуй. Я хочу проверить, блядь, фильтр. Наебали ли нихуя? И что значит Мевиус? Японские технологии. Вот она, ебаная наебалова. Как я и говорил. Половина обычной стекловатой. А половина стекловатой с краплением угля. Вот и вся хуйня, блядь. Вот те, блядь, и Мевиус. Японские, блядь. Технологии, блядь, ебаные, парфузы, блядь. Технология ЛСС. Я вам показал, блядь, что такое технология ЛСС. Фильтр с дыркой и раздвоенный фильтр. Половина стекловатый, блядь, с углем. Вот тебе, блядь, их технология ЛСС. Набивочка плотная, это лайк. И такой фильтр, блядь, красивый. Кольцо перфорации здесь есть, чтобы сигареты ослаблять. Кто хочет покрепче, делай как я. Раз, нахуй. Чик, нахуй, фильтр я выкидываю. Сейчас будет охуительный вкус у меня, блядь. Без ЛСС, без этого ебаного, блядь. Без Мэйвилса, блядь. Без фильтра с дыркой, как у парламента, блядь. Оп, на стиле, ёпта. Классика, блядь. О, так это же другое дело. Скоро Новый год. На Новый год будет ноль. И, походу, снега не будет. Блядь, пошло заебись. Сразу пошел удар по горлу и стал чувствовать сразу табак. Я так иногда делаю, блядь. Когда хочу покрепче, фильтр отхуяриваю, блядь. И просто собираю один табак. Заебись. Сука, табак-то, блядь, приятный. Не думал, что когда-то это скажу в отношении, блядь, табака GTI фирмы. Химия ясь нихуя есть. Не без химии, блядь. Короче, наполовину хуета, наполовину заебись. Подписывайся на этот канал. Ссылка внизу в описании на мои суперхиты. Канал Дворецков Мьюзик. А я пошел наряжать елку. А да, я же забыл проверить на смолы. Вот что значит, когда нет фильтра. Посмотрите, парни, блядь. Это просто пиздец, блядь. Вот без фильтра я сосу, блядь. Еще раз.
Мои губы все, блядь, в этой сифоте, нахуй. Посмотрите, без фильтра, блядь, сколько смол. Это мама, не горюй. Все, я пошел полоскать пасть от этих смол, блядь. Без фильтра, блядь. Я получил никотиновый передоз.